Всем доброе утро, всем привет. Да, сейчас у нас утро. Но я даже не знаю, сколько времени. 10, наверное. Я иду мимо космопорта. Иду пешочком до Насти. Да, вот в ту сторону иду. Ну, в принципе, не очень далеко они здесь живут. Рядом с парком Дружбы. Короче, у нас вот такая весна уже. Да, снег прям тает. Пока я на работе, он тает. Это хорошо, у нас здесь вот снег лежит. Сейчас зашла вон туда, перед тем уже не видно. Короче, здесь вот недалеко от Леруа есть такие ярмарка. Там на улице Тяника продает мочалки. Знаете, такие вот, такие прям, эх, прям мочалка, как помочалишься, так и баня не нужна. Вот такие вот, я у него всегда покупаю. В принципе, хорошие мочалки. Купила себе и Настя. Ну, чтобы у них была. Ну, так мимо шла, думаю, ничего не купить-то. Правда, они уже подорожали, 150 рублей одна мочалка. Стоит раньше, а стоило. Вот. Ну что, с утра в гости. Настя уже ждет. Ну, вот такая вот у нас весна. Конечно же, тротуар уже без снега. Космопорт наш. Космопорт. Короче, мне сейчас так все прямо, вниз. Ну, вообще, недалеко. Недалеко. Зайдем, наверное, с Настей сейчас в магазин. Она голову моет, сейчас посушит. Если успеет, то спустится вместе, сходим в магазин. Время у нас, я говорила, сколько? 10, да? Я даже не смотрела. Ну, короче, гость-то еще тот. Кто ходит в гости по утрам, поступает мудро. Тарам-тарам, на то и оно и утро. Вот я сейчас перейду дорогу, и там есть магазин низких цен. Я сейчас пойду туда. Настя говорит, там есть все. А мне нужны стаканчики одноразовые. Вот она говорит, зайди, может там есть. Ну, я сейчас пока туда зайду, погляжу. Ну, и Настя как раз подойдет. Встретит меня. Зайдем, наверное, в какой-нибудь магазин. Помимо вот этого магазина. Смотрите, вот так вот. Так вот, весна. Клево, да? Клево. Обзор комнаты, круговое движение. Чайник закипел, мы сейчас будем чай пить. Так как сейчас утро, мы решили не пить с утра вино. Да. Вот такой вид с окна. Этот телевизор должен забрать. Рабочий вид. 8-й этаж у нас, да? Ой. Да? Ничего.
Ну, покажи. Что там еще? Блин, что мы нашли? Ну, сейчас я... Смотрите, какую красоту подарили молодым. Это оберег. Нужно вон туда повесить над дверью. Да, красота какая, да? А это мы на кухне. Это мы в столовой. Настя красится. Чаёк мы попили. Чаёк, кофеёк. Тут вот такой балкончик. Такой маленький, компактный. То есть просто балкончик, ничего не поставить. Ну как не поставить? Смотри, как много балкон. Ну вообще да. Ну вот, балкон. Банки стоят. У Насти вот тут вот огород, смотрите. Лук зеленый растет. Настя сейчас накрасится. И мы поедем. Меня довезут. Да куда довезете? До дома. До дома даже довезут, представляете? Надо было еще что-нибудь брать с собой. Настя, утюг. А, я же обещала утюг вам показать сейчас. Значит, на это. Надо это, не хотите сказать, что не достанете мне утюг. А что еще утюг, а еще что? Только утюг? Ну да. Больше всего ничего. Все, только утюг сейчас покажу. Сейчас достанут. Да нет, так видно. Вот смотрите, вот такой вот утюг. О, я же говорю, фирма типа Hyundai. Вот, точно, я угадала. Вот такой вот утюжок. Такой вот. Так вот он выглядит. Такой. Не сильно тяжелый. Не сильно. Вообще симпатичный вроде бы. Носик такой остренький. Шнур, провод. Не короткий. Вот тут что-то тут написано. Так, а что тут? Какой паровой удар-то? Где? Читала. Ну, в общем, все как обычно, нормальный утюг. Все работает. Настя его включала, говорит, нагревается быстро. Вот. Только гладить я еще не помню. Только она еще не гладила. У нее ничего мятого нет. Так. Ну вот тут написано вертикально отпали. А чего у тебя вода течет? У нас всегда она там капает. Стекает так как-то. Так, так, так. Так, а, вот 200 г паровой удар. Ну, должен быть нормальным утюжок. Я его со скидкой заказывала. Настя, ты не помнишь, сколько я заказывала? Что-то он 1100, что ли, стоит. Вот, со скидкой. Была нормальная такая. Не сильно дорого. Да, нормальная скидка была. Я думаю, надо брать. И отзывы хорошие. Так что вот, девочки. Если что, ссылочку оставлю в описании под видео. Однокомнатная квартира. Ну, в ванну уж я не пойду. Ванна вон там вот. Входная дверь вот здесь. Мужчина-дралка стоит. Она всегда у вас течет, что ли? Да. Там что-то какое-то... Я не знаю, почему. Может, как... Нет. Мам, нет, не поможет. Ну, так уже... Сколько не знаю. Иногда помогает просто вот немножко... Ага. А иногда не помогает. Ясно. Вот такая вот плита здесь, видите, газовая плита, совсем сильно близко. Старенькая, Настя говорит, близко не показывает. Она здесь все мыла, все чистила. Ну, вот не знаю, вот смотри, если вот это все вот это помыть азелитом, мне кажется, все вот это вот смоется. Ты по чуть-чуть, потому что это надо оттереть, это очень грязно. Я знаю. Ты попробуй на губку, вот так вот ее просто промокни. Она так не оттрется, надо, чтобы прямо на это, надо брызгать. И надо скребочком ее чик-чик-чик. Скребочком? Да, почик-чирикать. Ну, здесь прям это грязно. Как нагар или что-то. Да, нагар. Вот. Жир, короче. Грязно здесь было, короче, грязно. Я вам скажу так. Мне присылали фотографии. Я просто чуть не очумела. Ну, ничего, почистили. Твоем чистили. Ну, может сказать, Никита все сделал. Да, ну вот, Настя чистила, Никита чистил. У меня не было сил. Это чистить. Я так потихоньку что-то потом уже чистила. Потихоньку, маленько все протерли, все почистили, все отмыли, отраили. И нормально.
Ненормальник. Ты заметила, какие у нас коврики-то в этом? Коврики. Да, да. Здесь такие коврики в ванной были. Просто жуть. Мы их выбросили? Конечно. Да, мало. Ну, мало ли. Чуть-чуть. Вот так поставила. Пока Настя красится, я зашла в туалет. Ну, туалет с ванной, короче, здесь. Светлый, хорошенькая такая плиточка приятного цвета. Вот я мочалку купила, вот. 150 рублей отдала. Я купила себе мочалку и вот им купила. Потому что у них висит такая старая. Думаю, надо новенькую. А вот этот магазин зашла, который магазин низких цен. Вот такая мочалка, что-то 109 или 110 рублей висит. Ладно, попользуется. Вот, смотрите, какое у Насти ведро клевое. Смотрите, оно складывается. Розовенько, красивенько, розовенько, светненько такое. Ведерочко. Что-то на сколько литров здесь? На 5 литров. Говорит, удобно. Ну, вот она мусит, тут горшок моет, полы моет. Покупала фамилия. Что-то 230, что ли, она сказала. Удобно. Я тоже такое хочу. Но такого больше нет. Что-то тут у меня масочки какие-то. Короче, вот. Вот так вот. Кстати, пригодилась. Пригодилась лейка. Взяли у нас лейку, потому что здесь лейка не очень хорошая была. И говорит, нормально. Отлично. Ну, которые мы покупали, нас уже заказывали. Настя готова. Все. Да, я, кстати, волосы постригла. Да, сходила тут в местную парикмахерскую, прямо в доме. Да. Подстригла кончики свои. Обрубила. Они где-то вот такие, наверное, были. С высокими основами. Ну, нормально, подровняла. О, смотри, ты практически все уже состригла. Вообще, кстати, да. То, что красилась. Да, у меня, видимо, волосы, кстати, отросли быстро. Или просто сошло, не знаю. В принципе, отрезали-то где-то вот столько. Вообще, 1-2 сантиметра в месяц растет. У всех. Я постригалась, получается, красилась. Но у меня они были длиннее, когда я постригалась, красилась. Да, они у меня были намного длиннее. Ну, это, считай, год прошел, что ты? Не год, а в августе я покрасилась. А, в августе раз? Да. Подожди. А весной что ты делала? Весной ничего не делала. Ничего не делала? А что мне показалось, что ты весной делала что-то? Нет. После дня рождения? Весной я татуировку сделала. А, вот, наверное. Да. Да. Точно, мы же на даче еще и говорила, смотрите, Настя. Да, точно, точно. Блин, ну что ж это? Ну, вообще, все равно прикольно смотрится. Но, ну, некоторые прятки, они как бы отсюда как будто идут. Есть, знаешь? Есть, да. Я вот и хочу, но я хочу, чтобы вот мне сделали светлые прятки около лица. И немножко здесь тоже, ну, подняли чуть-чуть растяжку. Чтобы не прямо это было сильно, может быть, даже они делают, типа, коррекцию вот этих вот самых главных этих зон, самых видимых. Там, типа, височные и вот это, типа, макушка. Вот я хочу, чтобы они мне так сделали, чтобы не полностью прям покрасили, а чтобы вот просто красивый такой этот был. Типа, как на деревне, короче. Ой, я сейчас покажу. Настя, принеси вот пакет за углом, здесь стоит. Пакетик мой. Что я купила, сразу покажу свои покупки вот в этом магазине в местном. Купила вот такие вот контейнеры, но мне кажется, в этом магазине подороже. Настя, сколько он стоит? Я не знаю. Забыла, сколько сказали цену. Короче, что-то не дешево. Можно купить это вот где вот всякую там пластиковую посуду продают, там пакеты одноразовые, там дешевле, чем здесь. Ну, я взяла 5 штучек, думаю, ладно, возьму пока тут. Так, вот мочалка. Так, что у меня тут еще есть? А, ну, это я пакеты покупала, упаковочку 200 с чем-то рублей, это где в специальном магазине. Вот я еще купила, что. Вот. Ну, вот такую вот я посеяла. Это где петунья? Это я в Ленке покупала. И вот еще купила. И вот такую вот еще петунью купила. Не знаю, что это. Вот еще такое купила. У меня такое уже есть. И вот такое. Короче, вот еще черную фиалку. Ну, это анютины глазки, то есть.
Короче, схожу с ума потихонечку. А где кружки? Стаканы? А, какие вон они. Кружки, стаканы? Вон, где? Вон там, где этот. Где этот? Так, сейчас я. Так, косметичка моя. Мне еще смотрите, что. Ой, ё-моё. Ой, это что такое? Смотрите, такого мне цыпленка подарили. Это мне, короче, на работе вчера шоколадку подарили и вот такой вот цыпленочек. На Пасху на тебе оставить. Это заколочка вот так вот. Вот. И вот такие вот стаканы на 0,5. Здесь по 4 рубля. По 4 рубля за один стакан. Здесь 56 стаканов. Взяла, ну, для рассады. Вдруг у меня взойдет. Сейчас мы сегодня приедем и посмотрим, что-то у меня там взошло или не взошло. Это я Лизе расческу купила. А, Лизе, я думала, себе. Нет, Лизе. Такие же магнитики. У Лизы же такая же есть. Я еще одну купила, чтобы одна у ты бабушки... Уверена, что такая, такая же? Такая же. Такая же, наверное. Ну, такая же. И что так получается у бабушки, а эту нам? Ну, это нам, да. Чтобы туда-сюда не... Ну, да, нам. Чтобы туда-сюда не возить, и все. Все, там мое рабочее барахлишко. Короче, вот такие вот покупочки. Вот такие покупочки. Что еще? Ну и все. И все. Никита играет. Играет там в игрушки. Сейчас соберемся да поедем. Настя, куда тебе его прицепить? Нам не надо. Ну что, ты скоро Пасха же. Не надо. А, надо. Куда? Надо. Куда? 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 Никуда. Себе забери. Ну как хотите. Друзья, здесь вот такая библиотека. Это все... А, вот еще вот здесь. Тут вот, вот, вот получается... Вот... А, вон там кассеты. Кассеты. Вот это вот книги, вот это вот книги. Вот здесь книги и еще вон там тоже книги. Смотрите, какая здесь интересная книга. Так. Я так понимаю, тут очень много литературы, вот, которая в школе. А, как школьная? Это, как это правильно называется? Такая вот прям интересная. Какая? Ой, тут даже, смотрите, как нужно красить. Это же красят, да? Да, точно. Боже мой, что тут еще? Что-то тут еще есть. Не знаю, что такое. Что это такое? Никита, ты уже научился что-либо тут делать по книжке? Я даже не открывал. Печка. Ну, тут есть Анна Каренина. Бернард Шоу. На, поставь. Они, правда, пыльные очень. Когда я их переставляла, все здесь. Вот есть англо-русский, русско-английский словарь. Какой толстый. Да, раньше такие словари были. У нас тоже такой был какой-то. У нас в школе такой был. Прикольно. От какого года-то? Ну, он это, не старый. Не старый, да. Десятый, что ли? Десятый год вроде. А, да, 2010. Угу. Ну, тут в обложке. Пятеро детей и чудовищ. Бухгалтерский учет? Вау! Это для тебя. Так это да? Слушайте, вот это вот можно почитать. Ну, почитай, почитай. Вот это надо запомнить. Собачки, собачки. А, ты посмотри, что тут есть. Сейчас, сейчас. Смотрите, какие красивые, да? Понравились. Чё, белочки. Это что такое? Она вообще на видном месте здесь стояла. Я его туда убрала. Это что такое? Кошмар какой. Вот это интересно, что это такое? Это для алкоголя. Как для... А, я думаю, это с крышкой. А, вон чего. Смотрите, какие рюмашки. Как раньше. Ладно. Ну все, мы пошли. Я вышла на общий балкон. Он такой вот интересный. Блин, тут так страшно. Смотрите. Туда спуск. И здесь вот мусорка. Ух-ух-ух. Там что? Мусор, мусор. Вот людям делать нехрен, да? А, так это по балконам можно туда подняться.
Ой, блин, кошмар. Здесь так прямо это, смотрите, низко можно выпасть. Ой, нет, надо уходить отсюда. Меня довезли прямо до дома. Очень я этому рада. Я думала, я поеду на маршрутке. Там еще от них так как-то неудобно в нашу сторону ехать. Нужно далеко идти до остановки. Вот, но меня довезли. Очень большое спасибо. Я очень рада. Мне не пришло пешком идти никуда. Ой, девочки, мальчики, что у меня с огородом? С моим. Я, конечно же, уже посмотрела, что здесь. Да. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Это мой салат. Кресс, что ли? Кресс-салат? Микрозелень. Смотрите, как корни подняли землю прям очень сильно. Она прям такая вся неровная. Ну, заметно. Я не знаю, на камере, наверное, не будет видно. Камера не передает всего. Вот. Короче, зелененько. Здесь у меня, значит, помидоры. Помидоры балконные. Я увидела 3 всхода. Вот. Вам не будет видно. Вот здесь вот. Вот он. Потом вот здесь вот. И еще где-то вот тут вот я увидела. Вот прямо вот здесь вот, наверное. Вот он. Вот. Это помидоры. Ну а что с моими цветочками-то? А тут ни хрена нету, блин. Ни хрена ничего нету. Вам не видно будет. Короче, открывать я их, конечно, не буду. Вот давайте, знаете, вот здесь вот посмотрим. Здесь тоже у меня цветочки. Вот здесь вот что-то как-то, что-то там вот есть, но я не понимаю. Может быть, это какое-то бревно, которое в грунте было. Ну, что-то там, мусор какой-то. Короче, смотрите, видите? Ничего вы тут не увидите, потому что здесь ничего нету. И здесь тоже. Ни хрена ничего. Семечки как посыпала, как положила, так они и лежат. С ними ничего не происходит. Ничего не происходит. Я не знаю. Это нормальное явление для питония или нет? Прошло 4 дня. 4 дня прошло, никаких действий от них я не увидела. Возможно, это, наверное, может быть нормальное явление, потому что если на упаковочке написано, что всхожесть через сколько там, 7-12 дней, да, вроде так, или 7-10 дней, то, может быть, что-то и взойдет у меня. Может быть, и взойдет. Я же еще купила. Как мои здесь цветочки поживают, смотрите-то. Он высох весь. Кстати, он уже поднялся. Видите, он в бок жить рос. Поднялся, высох, все. Все, все, засох. Засох. Так, ну а тюльпанчики мои, смотрите, вообще красота. Они тоже у меня высохли. Их можно теперь выбрасывать. Но долго они у меня простояли, долго. Видите, все, на мусорку. Они прям сухие, сухие. Да, сухие. Все, а на этом, девочки, мальчики, наше видео подошло к концу. Лыжи стоят. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Ну и всем пока-пока, до новых встреч.